Вот накануне матча с Астаной за день. Ребята себя почувствовали, предыгровый день ребята почувствовали себя нехорошо и госпитализировали. В течение 4 практически суток до сегодняшнего дня ребята очень себя тяжело чувствовали, были в реанимации. Врачи безусловно трудились над и старались вывести их из этого состояния. И по последней информации, насколько я знаю, что если Синин Сибай уже вышел из этого состояния, и жизни ему ничего абсолютно не грозит, слава богу, то с Дмитрием, с Димой Мирошниченко ситуация похожа. Он достаточно в тяжелом состоянии до сих пор лежит. Вот мы всей командой, конечно же, переживаем вот, за него. Вот, желаем ему здоровья. Вот, поэтому, конечно же, сегодня наша команда еще до встречи с Астаной оказалась в очень непростой ситуации, тяжелой ситуации. Поэтому с точки зрения, с учетом профессионального моего подхода и с учетом того, что я являюсь главным тренером команды, конечно, я вынужден констатировать факт, как можно сказать, недочет нашего доктора команды, который с сегодняшнего дня будет отстранен от работы с командой.